Гаишник останавливает блондинку, а та ему говорит: «Вы мне напомните о правилах движения, или я вам о том, что мой племянник ваш начальник?» «Вы мелкие букашки, там внизу на грешной земле, а я сверху плюю на вас. Петрович, еще раз плюнешь со своего крана на нас, получишь морду!» «Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние 3 года. Ребенка в садик отдали?» «Да». «А ты знаешь, что наши российские юмористы ненавидят друг друга и даже проводят тайные обряды, чтобы навести на них глаз и порчу? Ну, судя по тому, что они почти все живы, колдуют они то почти так же плохо, как и шутят. Как люди могут весь день сидеть дома? Я не для того плачу такую высокую аренду, чтобы находиться вне дома. Еду на машине, останавливает меня гаишник, смотрит, иду, говорит: «О, гаишник!» и отпускает. «Так ты что, гаишник?» «Нет, просто у меня на машине некоторые стекла зеркальные». «Да езжи!» «Нет ничего проще, чем научиться играть на фортепиано. Нужно только быстро и сильно научиться нажимать по клавишам, и остается только научиться нажимать на нужные». «Пирамиды Хеопса построил не Хеопс. Его построили на 5000 лет раньше. Хеопс только заплатил последний платеж по ипотеке». Посетитель ресторана, оказывается, забыл дома деньги и говорит официанту: «Я быстро сбегаю домой за деньгами, а в залог оставлю свою жену». Официант говорит: «А не могли бы вы оставить что-нибудь другое, например, часы?» Посетитель говорит: «Неужели вам мало моей жены?» Официант говорит: «Понимаете, у меня дома одна уже есть». Профессор-историк, объясняя студентам идеалы красоты некоторые в определенные времена, спрашивает у студентов: «Вот, например, в 1921 году идеалом красоты была женщина, которая ростом 160 сантиметров и весом 73 килограмма. Как вы думаете, могла ли бы она сейчас стать идеалом красоты?» Один студент говорит: «Это вряд ли. Слишком она уж теперь старая». Эффект плацебо в стоматологии – это когда тебе говорят стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя ничто не болит. Чебурашка и крокодил Гена переходят по пешеходному переходу. Вдруг они зазевались и смотрят, несется Мерседес 600. Они растерялись и не смогли убежать. Слышится скрип тормозов, скрежет. Из Мерседеса вываливаются разъяренные братки и собираются их бить морду. Крокодил Гена испугался. А Чебурашка и говорит: «Не бойся, они из другого анекдота. Сейчас в них Запорожец врежется». На вопрос подворотни, если закурить, он простодушно отвечал, что тренер по карате категорически запретил ему курить. Мужик, не горюй. Если от тебя ушла любовь, придет надежда. Если уйдет и надежда, придет вера. А если уйдет и вера, придет какая-нибудь Валя, Катя или Галя. Пошел на свидание вслепую.
поговорился с девушкой, что встретимся на скамейке. И вот я пришел, отправил ей сообщение. Я уже сижу на скамейке, нахожусь рядом с толстушкой. Эту пощечину я запомнил на всю жизнь. Мужчина подходит к газетному киоску и спрашивает: «У вас огонька не найдется?» А киоскор говорит: «Не курю и вам не советую». А мужик говорит: «Я про журнал». Киоскор говорит: «А журнал курить вообще какое-то извращение». Подписываемся, кликаем на колокольчик.